Добрый день, меня зовут Алексей Сапунков, я директор по цифровым технологиям Intertop Украина. Intertop Украина – это омниканальный фэшн-ритейл, в котором представлены одежда, обувь и аксессуары мировых брендов, таких как Vans, Timberland, Echo, North Face. Все эти бренды представлены на нашем сайте Intertop.ua. С агентством Netpeak мы начали работать с 2017 года. Начинали с юзабилити сайта, а продолжили с поисковой оптимизации и контекстной рекламы. На рынке немало агентств, но нас заинтересовал подход Netpeak. С момента старта работы с Netpeak наш доход в онлайн-направлении вырос в 15 раз. Популярный бренд и высокое качество, кажется, могут продавать сами себя. Но в определенный момент у нас закончилась аудитория. Мы выкупили основную долю показов в Google Shopping и поисковой выдаче, и дальше работать в этом направлении стало нерентабельно. В пик сезона мы решили повысить узнаваемость бренда перед клиентами и для этого начали использовать видеоролики в YouTube. Со своей стороны мы подобрали яркие креативы, а ребята с Netpeak сделали классные форматы видеорекламы и настроили таргетинг. Также они оперативно реагировали на промежуточные результаты для эффективного распределения кампаний. В итоге мы охватили 750 тысяч пользователей, запоминаемость рекламы была 67%, а сама реклама окупилась на 80%, что достаточно круто. Но компания Netpeak решила не останавливаться на достигнутом и поработала с холодной аудиторией. И уже летняя видеокампания охватила 2,5 миллиона пользователей и окупилась на 200%. Мы одни из первых смогли протестировать Google Discovery Ads, когда он еще был в бета-версиях, а также построить ROP-аналитику для наших омниканальных магазинов. Все это время с командой Netpeak мы работаем не как подрядчик-клиент, а как полноценные партнеры. Всем, кто выбирает подрядчиков в сфере онлайн-маркетинга, а также хочет достичь суперрезультатов в онлайне, я рекомендую команду Netpeak.